Для ценителей натурального вкуса – напитки брожения. Для любителей газированного и сладкого – лимонад. Для предприятий – чистейшая вода из артезианской скважины. Полевская пивоварня угодила всем – и полевчанам, и жюри 9-го областного фестиваля «Качество пива, алкогольных и безалкогольных напитков». Последние были приятно удивлены качеством продукции Полевской пивоварни, отметив, что показатели с каждым годом становятся только лучше. По трем важным критериям – цвет, вкус и запах – образцы, представленные нашим предприятием, получили наивысшие баллы. Цель фестиваля – это выявление и пропаганда лучшей продукции по показателям экологической безопасности и потребительским свойствам. Всего на конкурсе было выставлено 110 образцов продукции. В состав дегустационной комиссии вошли такие специалисты, как Министерство торговли, питания и услуг, продовольствия Свердловской области, органы сертификации продукции и услуг, территориального органа Роспотребнадзора, также представители предприятий, то есть участников фестиваля качества. Технология приготовления напитков брожения на Полевской пивоварне не разглашается. Все секреты пивовары оставляют при себе, чтобы аналог продукции Полевского предприятия нигде больше не встречался. Добиваемся успехов за счет опыта рабочих, за счет опыта инженерно-технических рабочих, за счет контроля лаборатории, что идет. Продукция постоянно контролируется, поэтому мы добиваемся успехов и стараемся, чтобы каждый день у нас был продукт высокого качества. Сегодня Полевская пивоварня выпускает 12 видов напитков, включая безалкогольную и алкогольную продукцию. Наше предприятие делает упор на производство живого, непастеризованного пива, не уступая по качеству мировым производителям. Последним освоением стала вода Бажовская, которая тоже принесла победу на фестивале. Теперь Полевская пивоварня может использовать на своих этикетках знак, подтверждающий высочайшее качество товара. Это главная награда фестиваля, достойная только лучших участников. И этой победой Полевская пивоварня подтвердила статус процветающего предприятия.